Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. 7 марта ресторан «Надежда» приглашает на вечеринку «Ласковый март» в программе «Живое исполнение песен 90-х 2000-х годов». Развлекательная программа. Справки и заказ столиков по телефону 748-51. С 1 по 10 марта с 10 до 19 часов грандиозная распродажа шуб по адресу Советская, 36, торговый центр «Радуга». Новая коллекция, огромный выбор, все виды меха, а также шапки и пуховики. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Акция «Принеси старую шубу или дубленку и получи скидку на новую». И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – компания «Окна века». Компания «Века» – это один из ведущих производителей ПВХ-профиля. Для вас очень выгодная цена. Минимальный срок изготовления – 10 дней. Беспроцентная рассрочка платежа. Первоначальный взнос после установки. В стоимость входят замеры, демонтаж, монтаж, расходные материалы, монтажная пена, вывоз мусора. Окна, балконы, лоджии «Века» – это тепло, комфорт и безопасность. По данным синоптиков, завтра, 28 февраля, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 19-21 градус, а завтра днем минус 13-15. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и разнообразная полиграфическая и сувенирная продукция в наличии и по индивидуальным заказам. Вы смотрели прогноз погоды. С вами была Оксана Кабаидзе. Всего вам доброго и до встречи!